Сегодня я покажу, как приготовить коктейль, который я, в общем-то, давным-давно, в студенческие годы, ну, хотя, скорее, в постстуденческие годы придумал сам, то есть в те времена, когда я был молод. Значит, нужно табаско, свежий томат, яичко, лимон. Я использую лимон, хотя, в общем-то, можно слаймом это делать, соль, перец. Ну, в общем, сейчас покажу. Значит, для начала нужно добыть натуральный томатный сок. Не пакетированный никакой, а именно настоящий. Я это делаю, отжимая через ситечко. Можно через соковыжималку, конечно, но мне почему-то так больше нравится, потому что тут абсолютно однозначно не будет никаких косточек. И будет то, что надо. Ах да, мне, конечно, нужна водка еще. Иначе что это за коктейль? Вот я отлил 50 грамм водочки, чтобы не рекламировать никаких марок и не показывать, какую водку я использую. Ну, естественно, чем лучше водка, тем качественнее и лучше получится ваш коктейль. Я это делаю так грубо все сейчас с томатом, чтобы не отнимать лишнего времени у вас. Не очень удачный томат попался, не сочный. Такие хороши для салата, мякоти много. А вот, конечно, для сока не самый лучший вариант. Но, тем не менее, маловато получилось. Вряд ли у меня с этого одного томата получится столько, сколько я рассчитываю. Ну, ладно. Вносим яичко. Лимончика сок. И соль с перцем. Соль. Перец. И вот на мой вкус 5 капель табаско. Можно, конечно, смешать в шейкере, но не у всех он, наверное, есть. Поэтому я смешаю прямо так. Получается вот такой интересный по цвету продукт. Я приготовил 5 рюмочек. Наверное, конечно, на 5 не хватит. Уж насколько хватит, не обессудьте. Наверное, получится 3. Да, даже 3 не вышло. Но это связано с тем, что томат попался такой несочный. Ладно, Господь с ним. Как раз 2. И покажу. И заливаем водочку. Раз. И 2. Чтобы теперь дополнительно придать пикантности, еще по капельке лимончика в каждую. Ну, по 2 в данном случае. И по капельке табаско. Вот. Получился вот такой необычный по цвету, по виду коктейль.
И по вкусу, поверьте, он вас удивит. На здоровье!